Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Утопцы лезут отсюда, лучше здесь все взорвать. Утопцы лезут отсюда, лучше здесь все взорвать. Что ты герой. Что-то долго их нет. Может, заблудились? Они уже 20 лет возят дрова по этой дороге. С чего бы им сейчас заблудиться? Может, их дриады похитили? Дедушка говорил, они когда-то жили в этих лесах. Я бы вот хотел, чтобы меня дриада похитила. Дурак. Пойдешь сюда. Поддерживаешь чуть и рубишь. Вот так. Да знаю, я знаю. Так чего ты дуешься? Мы деревом курятник рубим, а я хочу делать дрова. Thank you.
Здесь стоит осмотреться. Кровь еще не засохла. Это был неравный бой, у него не было шансов. Кровь еще не засохла. Еще след. Кровь еще не засохла. Еще одна жертва.
Эй, ведьмак, у меня для тебя есть предложение. Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать исключение. Кроме того, редко выпадает возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги. Самим Джанго Фреттом. И зачем славному Джанго Фретту понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гросбор? Ты на них охотишься? Да. Порядочные гниды. Их трое. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Их легко узнать по желтым шляпам. Едва их завидев, люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает, эти трое и дома поджигать любят. Нет, я их не встречал. Если встретишь, будь осторожен. Они могут всадить нож в живот вместо «здравствуйте». Не думаю, что они станут связываться с ведьмаком. С них станется. Но ничего, я скоро отправляюсь на юг, там я их еще не искал. Бывай, может, еще свидимся. Ребятки, куда это вы собрались? На Керрак. Севоль был там на ярмарке, продавал меха. Говорит, гарнизона нет. Ну да. Войска послали, должно быть, против черных. Не ждут, что кто-то на них с моря ударит. Кто-то им ждет сюрприз. А нас богатство и слава. Бродяга. Ты дрался с драком?
Теперь помедленнее. Отдохни. Безумно, я говорю. Может и так. Но у меня есть причина. Я тоже очень люблю псих. Я отлично об этом знаю. Но мастер Гордороса — это не игрушка. Ты представляешь, к чему приведет ее использование? Нет, и ты тоже. Так что прекрати панику. Вас слышно на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Хоронить? О чем ты? Она тебе не сказала. Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда Ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы, и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз. И ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны зальют сушу и утопят живущих. Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун выловили ее недалеко от бездны Ньорда. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают мифы. Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Кража это или нет, но крах дал нам свободу действий. Во-первых, может, это и его остров, но именно друиды следят за тем, чтобы здесь не укрепилась чужая магия. Во-вторых, после катаклизма он сам попросил нас о помощи и поручил нам заботу об этом месте. В-третьих... Что? Что это? Нет! Йеннифер использовала маску. Быстрее! За мной! Надо нейтрализовать!
eine Glaubehen für sie haben. Eine Glaubehen für sie haben. Eine Glaubehen für sie haben. Это было? Единороги. Йен, чтоб тебя... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Машавур говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. Надень маску. Что мне делать? Не снимай маску, пока мы не увидим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина эта Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Надень маску. Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил лес. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о тебе позаботиться. Поэтому я научилась под Брэнной. Ну как, готов? Используй. За Цири гнались, видишь? Кажется, он ранен. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет. Уверен. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем.
Надень маску. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велен. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Велене, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Посмотрим, что на это скажет Крах. Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. А что будет через неделю или две? Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно, учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем, но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал, а потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он улетел куда-то туда. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. Ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это Дикая Охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфляле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому Дикая Охота так хочет ее настичь. Значит, Дикая Охота появлялась на Хиндарсфьяле. Это было недели через две после того, как здесь, на Артскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотен в темноте во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка — Хиндарсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотена.
Увидимся на месте. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете.
Ноги раздроблены. После кораблекрушения он умер от потери крови. Медальон дрожит. Это место силы.
Латва, не так быстро. Ну, пошло. Что-то зацвели, и пчел мало. Морозы были суровы, но спикероги треть горти не дожила до весны. Думаешь, действительно идет белый холод? Правду говорит пророчество. Трудно сказать. День хвали вечером. Точно. Весна с каждым годом приходит все позже. И вправду легенды не лгут. Фрейя, Пресвятая Матерь. Благо. Гвинблейд. Можем поговорить? Ты стал иерофантом? Мои поздравления. Благодарю. Круг друидов Скеллиги избрал меня уже несколько лет назад. Как раз когда разгорелись давние споры между кланами. Значит, занимаешься политикой? Почему нет? Друиды веками странствуют между кланами и сдерживают эту бесконечную грызню.
Забота о равновесии заключается не только в том, чтобы контролировать численность форели в ручьях. По счастью, ярлы всегда ценили нас как советников. Мне интересно, что ты думаешь по поводу войны? Ну что же, я думаю, что Имгыр выбрал для войны неудачный момент. По-моему, трудно было выбрать лучшее время. Север разбит и в смятении. Север слаб, это факт. Но до меня дошли слухи, что и в самой империи дела идут неважно. Слишком много всего, чтобы начинать войну. Родовид – безумец, но способный безумец. Он такого шанса не упустит. Ты случайно не играешь в Гвинт? Случайно играю. Первую колоду я получил еще, когда жил в Цинтре. А потом научил правилам Пол Скеллиге. А что, хочешь сыграть партейку? Да, сыграем. Выше голову! Мне проиграть не стыдно. Мы можем поговорить? Есть? Нету. Thank you.
Замечательно. Мои поздравления. У тебя хорошая колода, но ее можно усилить. Вот, возьми карту. Спасибо. Ты отличный игрок. Попробуй-ка сыграть с Крахом. Это я дал ему колоду, научил правилам игры, но ученик давно превзошел учителя. Еще есть Гремист. Вредный тип, но в таланте ему не откажешь.